Ну вот, снимаю видео обзорное по куну производства Pile Passion. Как мы с ним договаривались, я все установил. Новая модель. Блин, не очень получается у меня. Но более-менее. Сделано качественно. Хорошо, все подошло. Ну, он там надо было кое-что обрезать, кое-что подсверлить. С этим справился легко. Но мне, собственно говоря, жена и помогала, поэтому справится, я думаю, даже школьник. В принципе, все неплохо подобрано. Качественно сделано. Запас прочности, по крайней мере, для тракторов с такими мощностями, очень даже приличный. Вот, все поднимается, все опускается, все красиво изготовлено, мощное железо, болты приличные. Ну, в общем, так. Ковш тоже воришку сразу взял у него. Ну, может быть, надо было в цвет взять, но уже так, как говорится, до кучи. Сейчас заведу трактор, покажу, как это в работе. Не знаю, может быть, это видео я прерву, а потом на заведенном. Угол подъема шикарный. Задирает высоко, на самом деле. Поэтому вот так вот. Здесь все сделано. Все, реклама, все, в общем. Поэтому, конечно, вопросов нет. Шикарно смотрится на тракторе. Трактор сразу преобразился. Даже с родными кунами так не смотрится. Все-таки тут чувствуется подход человека, понимающего в своем деле. Вот. Нож я перевернул. Также на нем имеются и зубцы для более твердых пород. Я там снегом чистил. А так, зубцы для более твердых пород на гравии и так далее, тому подобное. Ну, в общем, изделие на тракторе смотрится шикарно. И в эксплуатации себя показало неплохо. Я бы даже сказал, отлично. Вот. Завел трактор. Немножко громковато все-таки в гараже тут. Ну вот, собственно говоря, подъем. Подъем приличный, то есть высота. Ну вообще приличная высота, не знаю, метра два, наверное, половины, может даже, блин, ну трех, наверное, нету, но так прилично поднимает. Все работает, все отлично. Варится, поднимается, опускается, то есть все отлично. Все работает на ура. Так.